Всем привет, друзья, вы на канале Duda Play. И мы играем в зомби цунами. И у нас есть одно задание. Нам нужно играть в игру с помощью монетных бомб из магазина. Заходим в магазин и покупаем монетные бомбы. Стоит 500 монет. Теперь нам нужно играть. И по идее, монетные бомбы мы как бы открыли. Но нам нужно сейчас их найти. Эти монетные бомбы. Так, 3 зомбака у нас. Так, бежим. Я надеюсь, все правильно сделал, чтобы выполнить это задание. Так. В смысле? Их надо было, может быть, активировать? Я их не активировал, получается. Вначале. Ну, сейчас посмотрим как. Ладно, это мы сейчас просто пробежим. Покушаем зомбарей. Да, видишь, это бомбы обычные. Не монетные. Так, нам нужно двойные прыжки делать. 15 штук. Провалились нафиг. Слишком медленно они бежали. Поэтому мы провалились. Так, вот, монетные бомбы. Все, играем с монетными бомбами. Все, 500 монет наших. Не зря мы их потратили. Теперь, по идее, должны бомбы превратиться в монеты. Сейчас посмотрим, как это вообще реализовано. Где эти бомбы? Еще бомб нету. Ладно. Сейчас будем смотреть, как бомбы превратятся в монетки. Ага. Ничего, а где монетки? Видимо, они... вот они монетки. Видимо, не все бомбочки превращаются в монетки. Да, это плохо. А гигантский чувак? Так, у нас по гигантскому чуваку есть что-нибудь? Нету заданий. Просто тогда идем и собираем новых зомбиков. Смотри, мы можем еще повзрывать эти бомбочки. Я думал... О, давай, есть! Перевернули самолет, наконец-то, ребята! Наконец-то мы выполнили это задание с самолетом. Нифига себе. Я уже думал, когда же я переверну этот самолет. А вот и перевернули. Так, а ну-ка, бомбочки. В принципе, можно в бомбочки попадать, потому что вдруг там монетки будут. О, видал монеты? Не во всех бомбах, конечно, монеты. Через раз как-то реализовано это. Ну, не особо интересно эти бомбы, они стоят 500. А собрали мы сколько? О, есть! Сейчас мы будем прыгать. Двойные прыжки. Есть, выполнили мы задание по ниндзи. Да, 500 монет заплатить. А в этих, получается, бомбочек. Монет не столько много, сколько мы на них потратили. Ну, конечно. 200 монет у нас всего лишь. Всего лишь 200 монет. Да. Вот и покупаете зомби-бомбы монеты. Да, видишь. Все, повзрывались. Спасибо. Хотела я бомбочку эту взорвать. Так, ну смотри, у нас много очень выполнили. Травяной чай. Давай соберем травяной чай. Ох, еще много надо. Так, перевернуть один танк. Пройдите через третий туннель. 3 раза. И не ешьте 3 прохожих. Не ешьте 3 прохожих? Ну, это легко. 3 прохожих. С первого начнем сейчас.
Здесь, кстати, легко сразу не есть прохожего. Так, мы просто перепрыгиваем его. Раз. Один готов. Так, это второй. Второй готов. И третьего прохожего нужно тоже не есть. Сейчас найдем. Во! Есть, выполнили задание. Теперь можем кушать прохожих. Так, и нам надо что-то еще пройти. Третий туннель. Три раза. Три раза три туннеля пройти. Хорошо. Так, три туннеля нужно два раза пройти. И танк перевернуть. Так, ну у нас сейчас задача перевернуть танк. Основная задача это, ребята, перевернуть танк. Так, драконом. Ну, драконом мы танк не перевернем. Поэтому мы на нем будем просто лететь. Монетки собирать. Ну и то, все монетки не соберем. Нужен нам танк. Ох ты, все, закончилось у нас. Так, третий туннель. Так, а сколько там получается? А, пройди через три туннеля. А, через три туннеля. Просто через три туннеля пройти. Ладно, сейчас еще два. На, короче, надо максимально нам играть, не проиграть. Нам нужен туннельчики. Туннельчики и танк. Ну, с танком посложнее, я думаю, будет. А может, наоборот. О! Самолетик. Который мы не могли разрушить сколько времени. Так, бежим, бежим. Есть, чувачок. Так, нам нужен туннель. О, гигантом. Если сейчас нам попадется танк, это будет очень даже хорошо. Танк есть, перевернули танк. И прошли через туннели. Круто. Очень даже хорошо. Два задания выполнили. Два задания за раз. Это редко так бывает. Но мы когда-то один раз сразу три задания выполнили в одной игре. Так что, ребятушки, рекорды можно бить. Новые. Так, танки, смотри, стали часто танки появляться. Я хочу какую-нибудь новую открыть карту. Но нам нужно, естественно, чтобы открыть новую карту, выполнять задание. Заданий, как я понял, здесь очень много. Так, НЛО. НЛО пролетает. Дает нам зомбариков. Ой-ой-ой-ой, все, упали. Упали в бездну. Ух ты, восстановил, спасибо. Ой-ой-ой, нифига себе. Спасибо. Ой-ой-ой-ой, давай-давай. Ай, прям в пропасть упал. Ну что ж, так будешь делать. Так, давайте. Может быть, мы наполним колбу полностью? Нет, нифига, колба очень долго набирается. Так, достигните результата 21 мозг. Это легко. Летайте драконом 15 секунд. И съесть 4 человека, летая с шаром. Ого, вот это задание. Так, лотерейные билетики. Давайте посмотрим, откроем. Так, 200 монет. И следующее у нас... О, группа людей. Открыли еще группу людей. Спасибо. Так, супер пилюля. Это волшебная пилюля превратит все бомбы в монеты на время трех последних игр. Ага, 25 кристаллов. Не, ребята. 25 кристаллов. Спасибо. Так, что у нас здесь еще? Ирокез есть. Давайте купим ирокез. Давайте купим парик в стиле диско. Что еще можно? Так, смотри, можно цунами увеличить по времени. Давайте купим 1500 монет стоит. А, это что-то... А, это уже все, это я купил. Ага. Больше ничего здесь нету, да? Ничего не можем открыть. Ну что ж. Я бы птичку открыл, но у нас кристаллов не хватает. Ну ладно. А сколько этот еще слот стоит? Ого. 140
этих бриллиантов. Ладно, пойдем играть дальше. Так, группу людей пока активировать не будем. Так, у нас зомбаки бегут. О, кушаем, кушаем толпу людей. Так, монетки собираем. Так, задание сейчас быстренько гляну. А, 21 мозг нам нужно. Угу. 21 мозг. Вот мы соберем. Уже 9 мозгов. Это несложно. Смотри, у нас новые парички. Парики у них. Так, 3 сразу, представляешь? Сразу 3 зомбика. О, еще один чувачок там спрятался. Хорошо, отлично. Так, 16 мозгов у нас. О, нам нужно 21. Кто? Тита... О, цунами. Цунами, цунами. Так, мне нужно много людей собрать. Монетки. Так, главное 21. А, все, еще последний остался у нас. Чувак, еще один зомби. А, нет, 2 надо, 2, еще один. У нас же 21-то получается. Ох, толпа целая, все. Ребята, мы достигли результата своего. Который нам, мы прошли, сделали. Выполнили задание. Так, прыгаем. Ох, аккуратненько. Монетки соберем сейчас я. Так, а здесь у нас то ниндзя. У нас задания с ниндзями нету. А-а. Нету. О, пропустили. Упало много. Ниндзи. Оп. Кувырок. Ой, давай. Нет, все, всех заберем. У нас же 26 чуваков. Мы тут все можем крушить. Так, машинки. Да. Ой. А что-то у нас упало так много. Один чувак остался. Что, серьезно? Ох ты, ё-моё. Так, аккуратненько. Бежим. Так, двое вас. И последний остался. О, и провалился. Пропасть. Да. Так, что у нас тут? Давайте, может быть, откроем. Колбочку наполним. Нет, еще нужно. Включите 10 светофоров. Ну, это, в принципе, несложно. 10 светофорчиков мы обязательно включим. Но в следующей серии. Да. Будем заканчивать серию, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, передавайте привет. Ставьте лайки. Всем пока-пока. До новых встреч.